невозможно. У меня ребенок болеет сахарным диабетом, я его сейчас не могу в школе оставить, приходится сидеть с ним, потому что нету даже врача в школе в данный момент, никакого. Вот, не знаю, сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Вот каждый день такая давка, вот так вот приходится вот, меня сопровождать, и никак не получается детей от них отправить. Был бы школьный автобус и врач в школе, я бы спокойно отправляла детей от них.